Так, что я хотела сказать, значит, по поводу желаний. Ребята, вы мне должны помочь, и это не какая-то блогерская фишка сейчас, чтобы типа, чтобы вас там обмануть каким-то образом, да, или лайков с вас спросить, не в этом дело. Просто есть, вы, очень многие из вас там активно читают. Что ты двух слов связать не можешь? Блять, объясни нормальным людям, что ты хочешь. Короче, сейчас объясню. С утра просто плохо заплеток языкается. Смотрите, что я хочу. Вот девушка написала про дом малютки. Я могла этот комментарий пропустить и не увидеть. Кому-то там коляски нужны инвалидные, еще что-то. Да? Существует всего лишь три желания. А вот чтобы я не видела только «хочу айфон своему ребенку» или «хочу, чтобы мы на Мальдивы всей семьей полетели», да, а что-то важное, действительно, вот то, что действительно... А я могу это пропустить в связи с тем, что огромное количество просьб, да, и какие-то важные просьбы я не вижу. Вот уже я увидела, благодаря вам, потому что вы там 500 раз ее комментарий полайкали, девушки из дома малютки, да, уже я выбрала... Написала ей в директ, сейчас надеюсь, что мы с ней спишемся, она мне напишет, что нужно. И вот если вы сейчас увидите вот в комментариях именно такую историю, да, потому что, ну, здорово, что ваши дети хотят iPhone, извините, как бы здесь это, я считаю, что это история уже про финансовую возможность семьи и про блажь какую-то, которая зависит от родителей. Ну, хотите своему, а кто-то хочет какие-то другие желания, я считаю, что... Другие желания, они более значимые. Поэтому вот я хочу увидеть вот именно вот, вот такое вот. А купить айфон, извините, как бы это не ко мне. Вот, поэтому давайте такое. Я понимаю, что кому-то из вас покажется это нечестным. И вы скажете, слушайте, ну вот кому-то нужна инвалидная коляска, а кому-то айфон. Я все понимаю, но в итоге я решила, что я осуществлю три желания. И я буду исходить... Из того, как я чувствую, вот кому реально нужна помощь. Я вот буду из этого исходить, поэтому давайте как бы на это ориентироваться. Нет, там есть классные желания, я еще какие-то увидела. Но вы мне помогите, если вы увидите какие-то действительно очень значимые вещи, да, то давайте, пожалуйста, попробуем это воплотить в жизнь. Спасибо.